Итак, что нам предлагает Озон? Сегодня они мне прислали, как вступить, как сказать, завлекуху, вступить в их комьюнити, в комьюнити Озон. Я сначала не понял, в чем дело, а потом посмотрел на Headhunter, и у меня, оказывается, просмотр был озоновский. Ну, думаю, дай посмотрю, что там предлагают дальнобойщикам. От 150 до 200, но это до вычета налогов написано. То есть минус 13% еще надо вычесть. В Подольске у них он есть. Подольск, Подмосковье, короче, и так. Что интересно, не написано, если у них ночная езда. Вот этого не написано. Скорее всего, есть. Поскольку пробеги у них, вон написано, до 23 тысяч. Это внутри региона. А между регионами до 31 тысячи. Это вообще капец какой-то. Это со спичками в глазах ездить. Нафиг надо мне. Возможность получить 150 тысяч за 5 друзей. Оптом, короче. Кто хочет оптом, сразу 5 друзей, сразу 156 получит. Вот. Права категории старше 6 месяцев. В общем, требования минимальные. Главное, права и телефон с андроидом. Или айфон. Все. Вот все требования. Да, нормально. Ну, как бы, что-то мутно все, мутно. А, кстати, Валдай 45 у них, вот. Валдай 45, я посмотрел, это нижегородская сборка какая-то сейчас, копия Фотона. Короче, Фотон только российской сборки. Вот. Фотон, Валдай 45, новый автопарк. Интересно, а прицепы у них какие, шестнарики или обычные, стандартные? А если шестнарик, тоже нет, спасибо.